Ультимейт был только один за игру, который раскрылся, по-моему, остальных я вообще не заметил. Либо они были совсем где-то далеко от противников, либо что-то еще. И сейчас Дарксир забирает ребята из Брутмазерс. Решили поменяться пиками. Баны, в принципе, остались те же самые. Здесь особо ничего не поговоришь. Те же самые? Да, точно такие же баны. Вот. И, соответственно, второй пик тогда должен быть Earth Spirit сейчас для Брутмазерс, чтобы аналогично повторить ситуацию с предыдущей картой. А тут заберут Слардара, Джиггернаута. Мы это знаем, да, что это максимальная степень унижения, дизморали, победить только что проигравшую команду тем же пиком, что они сейчас проиграли. Поэтому... Но нет, они сейчас идут более мощным путем, они берут сначала New York Spirit, а берут Дизраптора, чтобы стенка-стяжка да, приносила максимальное value, как говорится. Так что ждем развития событий, да, здесь. Потому что у Fantastic Five сейчас комбинация была идеальна вообще. Они там дважды, трижды подрались, и все эти замесы за счет вот этих Dark Seer и, в общем-то, Earth Spirit, да, Йол, нас помог очень сильно. Ну и мы видим, что Fantastic Five делают то же самое. Они пикуют Слардара. Они пикуют Слардара, черт подери. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас покажут они по итогу Fantastic Five. Следующий пик Джиггернаута или что. Но тем временем забанили у нас баны аналогичные. Аналогичные. Все так же убирают у нас Death Profit ребята из Brutmothers. Сейчас, соответственно, я уже забыл, какие там были баны в предыдущий. Сейчас уберут Алхимика или нечто в этом роде. Нет, Алхимик был, кстати, ласт баном. В этом плане не очень. Убирает Earth Spirit, чтобы Брутмазерс не смогли повторить пик их. Но они уже не особо повторяют, в основном потому, что забрали Дизраптора чуть раньше. Убирается Dragon Knight, да, они решили не банить то же самое, а забанить свой предыдущий, в общем-то, пик. Ну и убирают, соответственно, Алхимика в этот раз уже на предпоследнем этапе банов. Соответственно, сейчас немножко переиграли, да, не будет алхимик у нас. Не зря, что-то знают, что-то знают. Хорошо. 8 секунд, ну время еще есть, могут подумать сейчас над своей стратегией, будут ли они брать также Сларка себе. Или возьмут что-нибудь вроде Свена. Потому что опять-таки под стенку, стяжку, под кинетик фил, под статик шторм, это просто будет бомба. Не инфест бомба, к сожалению, но тоже не слабая такая вещь. Да, перчатку он закинет по пятерым, и там уже пиши пропало. Либо сейчас отвлекающий маневр какой-никакой, да, там 5 руби. Ну, Рубик себя не очень показал. Рубик себя не очень показал в предыдущей игре. Он был неплох, да, поначалу какие-то полезные действия предпринимал, но в конце он был пищей для Сларка, к сожалению. Тут и тут ничего, в общем-то, не попишешь. И это Свен, как и было предсказано. Соответственно, ну, комбинация есть, сейчас нужно... Дело за малым, как говорится, эту комбинацию из теории реализовать на практике. Еще и в запасе два героя есть. Ну, все прекрасно, Брутмазерс. Чем же ответит Fantastic Five? Будет ли это третья копия пика предыдущей игры от Брутмазерс? И Джиггернаут у нас зайдет на этом слоте. Джиггернаут в качестве мейн керри. Я просто... Ну, знаете, сидит команда Fantastic Five. Йол такой говорит: лола, давайте попробуем тот же самый пик, что сейчас команда проиграла. Все остальные: а давайте, почему бы и нет. Отличный план. И выиграть еще надо, осталось на этом выиграть только. Но как бы сами по себе герои это неплохие, но просто порядок тот же самый абсолютно. Так что сейчас надо что-то делать. Будет. Причем делать... Не, ну я как бы... Ладно, хорошо, я не буду комментировать больше этот нюанс, то, что они
Пикают то же самое. Все, хорошо, Spirit Breaker. Они не пикают то же самое. А, но ну они не могут пикать Dragon Knight, но Dragon Knight был last пик. Тем не менее, Spirit Breaker второй роум саппорт для Fantastic Five. Тут, в принципе, и Феникс, и Spirit Breaker могут саппортить. Но меня больше интересует Рикимару со стороны команды Brute Mothers. Тоже у нас, в принципе, кстати, я уже видел одного Рикимару, который не внушал мне в доверие. Тем не менее, он себя очень хорошо показал и на лейте, и на мидгейме. Да, вначале не очень хорошо у него зашло, а с мидгейм и лейт, соответственно, были за ним. Но он где-то взял возможность себе пофармить что-то еще, и по итогу пользу он, конечно, себе принес. Это минус Queen of Pain со стороны команды Brute Mothers. Ну и Fantastic Five должны обойти, соответственно, мид-линию. Убирать все-таки надо инвокера. Сейчас точно нужно убирать инвокера. Это, в принципе, ну, опять-таки, дело конечно, не за моим мнением, но все-таки. Инвокер — это страшная сила, тем более, если он вдруг попадет вот в эту комбинацию. Тут уже страшная комбинация троих ребят. А вы еще хотите инвокера оставить. Не надо так, пожалуйста. Но... конечно же, Йол знает лучше. Так что будем ждать. И убирается Вайпер. Убирается Вайпер и Виндрейнджер. Встает на службу команды Fantastic Five. И что ж, ждем развития событий. Очень странный пик у Fantastic Five. Особенно начало, первые три героя. Страшно будет посмотреть, значит, как они будут это все реализовывать. Но с другой стороны, у нас имеется Brute Mothers с идеальной комбинацией. К сожалению, единственный, да? Стратегия одной комбинации. Они, конечно, бывают не заходят, но если заходят, это уже все, это пиши пропало. И, соответственно, инвокер для команды Brute Mothers. Странно, почему они решили все-таки убрать Вайпера для команды Brute Mothers. Я не знаю, честно, ребят. Но, тем не менее... что мы видим? Fantastic Five начали разбирать. Ну, сейчас все появится, хорошо. Давайте пока переключим вот тут. Вот. Давайте тогда начну с представления. Команда Fantastic Five. RMN забрал себе Феникса, Слардер, соответственно, пойдет в хардлинию точно так же. Забрал его себе Паша. TTR на замене у нас, да, будет играть в Нижгернауте. Йол забрал себе Спирит Брейкера, и это страшно. Brute Mothers должны этого бояться. БЗЗ на Виндрейнджер отправляется в мидлинию. С другой стороны, Brute Mothers. Вот этот парень, который S224J, я почему-то всегда знал, что он Конман, по-моему. Но вот как-то изменили, по-моему, у нас. Любят менять никнеймы каждую игру. Поэтому вот у нас предыдущий хардлейнер, который играл на Слардере, сейчас будет играть на Dark Сири S224J. Я буду называть его просто SJ. Фокус также у нас будет... Кором, взял на себя Свена, Ила играл на Фениксе предыдущую игру, он взял Рикимару, Кейсер брал себе Dragon Knight, сейчас будет отыгрывать на инвокере, ну и Релакс, наш, в общем-то, Рубик замечательный, сейчас будет выполнять роль Дизраптора. Смотрим, да. Итак, 5 игра у нас приостановлена, проблема какие-то у Феникса, у нас... А, точно такие же, да, у нас был до этого, у нас залетел уже дружественный Санстрайк, и теперь Дизраптор уже отключается от игры, какие-то проблемы, опять технические неполадки. Ну что ж, я предполагал, что у нас в предыдущей игре First Blood будет за командой Brute Mothers, First Blood оказался за командой Fantastic Five, здесь я предполагаю, что First Blood будет за командой Fantastic Five, Таковы мои предположения на текущем этапе. И Дизраптор возвращается. Ну что ж, открываем Last Hit сразу, чтобы потом не забыть. Ну и мы готовы. Готовы начинать. Сейчас пойдут какие-то телепорты. Приобрел уже себе сразу же Dust of Appearance. Вы видали такой жесткий контроль на Рикимару? Сразу же Рикимару. Рикимару два Сендрика себе приобрел. Ну и Wind Lanes. Куча вардов. Есть ТП, пошли, у нас сразу будут вардить. Миллиард вардов, Рики здесь в качестве все-таки роум саппорта будет. Здесь манга на 2 Blade Fury по необходимости. А кто, кстати? А, у нас есть проблема, да, у нас нет как бы...
такого, знаете, уверенного стана для Fantastic Five. У нас есть замедление какое-никакое, да, от RMN. Есть вроде как разгон, который немножко нас, да, станет. И под Blade Fury, поэтому будут как-то пытаться. У нас он уже Рики бегает и сейчас досты. Досты. Нет, не слышит нас, к сожалению. К счастью, Йол нас не слышит. И поэтому Рикимару просто-напросто палит все перемещения команды Fantastic Five, и все хорошо. Ставится еще один вард. И готов принимать. Сейчас главное, ну, понятное дело, что руну брать вообще ни в коем случае нельзя. Вообще ни в коем случае. Не подходить даже близко. Или как минимум прокликать сейчас. Давайте посмотрим, что они там видят. Так вот нас видят, да? Угу. Неплохо. Должен был прокликать, по крайней мере. Ну и руну себе заберет БЗЗ здесь, а сверху инвокер. Опять руны пополам. Нет, даже не думай, Ил. Даже не смей соваться, потому что это верная смерть. Верная смерть, да. Но Йол не станет просто так просветку прожимать, тем не менее. Она у него есть про запас, если что, она ему пригодится. Два варда имеются. Виндрейнджер здесь видно, если что, при необходимости. А здесь вард у нас со стороны Fantastic Five имеется на верхней руне и снизу. А снизу варда нет, правильно понимаю? Снизу решили без варда играть, у нас Феникс. А, у него есть, но пока он их не ставит. У нас в засаде сидит Йол. И в принципе есть задел на First Blood, вроде как. Но только здесь, да, пока есть щиток, кстати, нужно попробовать. Есть разбег, пошел на Sunray, Blade Fury и CCG будет ли каким-то образом чудесным выживать. У нас прошел Blade Fury, пара тычек, откатится ли у нас через 4 секунды, будет ли продолжить разген. Нет, у нас Surge, поэтому здесь, скорее всего, погибнет. И S2SG погибает, однако есть просвет, сейчас еще и Ил заберут, господи, есть разбег, это First Blood, дабл килл. Нет, не дабл килл, но 2 килла. 2 килла, это проблема. Это проблема для команды, на самом деле, Brute Mothers. Так что... Но тем не менее... Что? А, он... Все понятно, но... Стратегия быстрого перемещения по карте была воспользована сейчас. Йол ей сейчас воспользовался. И тут, кстати, надо посмотреть. Да, чуть, ну вот странно, да, чуть-чуть из так можно было бы забанить. Однако здесь он ждет, пока РМН просядет и, возможно, попытается что-то предпринять. Но хотя, даже при удачном раскладе особо он уводит. Сейчас, если РМН просядет, то может, ну хотя тут никак нет. Пока Рики никак не достать. И РМН у нас ждет своего часа и выбегает он на Кейсера в медлинию. Тут у нас есть только Стрела и Виндран, поэтому, ну... Вряд ли что здесь они смогут сделать вдвоем. Так что будут просто разминать. Окей, все, продолжают. И разгон. Но тем не менее разгон идет дальше. Ничего не бояться. Есть cold snap, хорошо. И нужно не отступать. Инвокер уверен. Пошел Санри. Господи, Феникс-то не заметил. Кейзер поджимает, стрела попадает. И нет, к сожалению, здесь заканчивается. Там, правда, смог скрины. В итоге РМН может погибнуть, но РМН на хосте. Отсюда он просто-напросто убежит. Феникс-то прокрался, ниндзя. Такая здоровенная огненная птица и отдается. А почему отдастся? На хосте же можно было добежать. Но решил, что не успеет. Тем не менее... Да. А, инвокер таки, погодите. Когда успел инвокер убить Виндрейджера, этот момент пропустил, тем не менее, тем временем. Выбегает на релакса. Ну так, тоже размячисто. Ну-ка. Нас немножко апнули станы, но нет. Убегает Слардар также, но спринте, слушайте, может же достать, есть у нас Фейрис Файр, но нет стана, поэтому будет ли второй разбег через секунду буквально, это может быть минус релакс, но здесь есть Свен, который накажет сейчас. Йол, хорошо, есть стан, будет ли побежать релакс, разгон, будет ли успеть ли стан кинуть, да, избивает, и в итоге Йол живет, Санстрайк пошел, Паша может просесть, минус Паша, Йол будет ли догонять, пытаться, есть, у нас прошел также станчик, и Йол буквально на пару ударов, есть у нас, нет, маны не хватает, есть манга, через 3 секунды, будет ли дальше бежать, нет, не стал. Не стал дальше Свен агрессировать из ТП, а вот и Йол просто отсюда уходит. А тут тем временем, смотрите, Тьер очень сильно просел, есть у нас Хилин Вард, поэтому нужно реабилитироваться, иначе здесь подойдет Рикимару. Нет у него, конечно, Блинк Страйка пока что. Так, связывает хорошо, но так пока. Тоже размять Кейзера. Ну вот такая вот, у нас опять очень активное начало со стороны обеих команд. Ну, в основном со стороны Fantastic Five. Но, тем не менее, ребята из Brute Mothers отвечают им не меньшим напором.
И по итогу счет 3-2, да, еще и забрал. Ну, йоло, и чудом выжил там буквально. Ну как чудом? Буквально на 1 секунду КД не хватило, чтобы кинуть в него перчатку. Ну и Йол возвращается обратно на нижнюю линию. Готов он снова начинать выбегать. Есть ли у него, кстати? Да, есть досты. Так, друг с другом посмотрели. И что, разгон? Разгон на Рикимару. Есть Санрей, пошел Блэд и досты сейчас. Досты есть, Блэд Фьюри. И у нас Блинк Страйк какой-то обратно. Вовремя оказался Дарксир, и все хорошо. Раз инициация оказалась неуспешной. Неуспешной. И ТТР сейчас может, кстати, немножко, ну так, да, накажет. Есть у него фейзы сейчас, после этого не очень приятно будет здесь стоять. А тут есть снова разгон и нужен вижен инвокера. Нет пока у нас колдфит, но есть ультимейт, так что сумеет, если что, скастовать. Будет ли разгоняться. И Йол здесь ждет. Но сейчас Йол этого. Йол видит, поэтому будет информация для инвокера. Здесь еще и походит за ним, чтобы полное представление иметь, если вдруг какой-то разгон пойдет. Да, дали инфу, и сейчас, кстати, на ВР-ку выходит, но вряд ли что-то здесь сможет сделать сил, если у него смог скрин только, если какой-то колдсэмп, так, вот видите, стоят друг с другом, развлекаются, там, ну давайте, кстати, что мы отметим, что у нас фармит Тасвен чуть получше с Брутмазерс, если в предыдущей игре у нас Джиггернаут фармил не так успешно, как, так, колдсэмп, нет, просто фаржи призывает, не так успешно, как Сларк, из Fantastic Five, да, TTR. То есть здесь Свен себя полностью оправдывает, превосходно чувствует. Так, там пошел Санрей, но это так, скорее, чтобы прогнать. Скорее, чтобы прогнать отсюда. И... Йол, прекращай, ну. Он очень-очень уверенно себя тут нашли, в общем-то, курьер, говорю. Крипа, понимаешь, что будут делать стаки. Должны понимать... И Рикимару задействует рун богатства, поэтому... Но нет просветки сейчас. А была бы просветка, могли бы наказать. Хотя как ты накажешь? Сейчас еще обновил вард сразу же. Моментально, слушай, бесконечные варды. Этот Рикимару себя оправдывает полностью. Вообще нисколько не... Так, слушай, там тем временем погоня. Есть санстрайк, Паша будет ли стан? Два удара, хорошо. Паша должен выживать, пытаться... хорошо, спринт прожал здесь размансить. Сможет ли у него получится ли? Паша живет пока еще через 2 секунды стан, но... Нет, фокус все-таки его забирают. Правда, здесь есть разбег, бежит сюда у нас Йол, пытается наказать. Релакс, есть у нас перчатка, есть, но нет маны, не хватает. Релакс пытается жить, успеет ли пробить его. Пару ударов осталось, но здесь подходит еще инвокер со спины, и Йол погибает. К сожалению, и это еще и минус вышка. По итогу боя забрали двоих. 2 в 0, размен со стороны команды Брутмазерс. 2 килла, 408 золота, 300 опыта. Очень неприятный момент. Очень неприятный момент, и повод задуматься. Вот так вот Свент оказался опасен, но с другой стороны Джиггернаут, ну хотя нет, вот сейчас нет той ситуации, что Джиггернаут на фрифарме и все вроде бы хорошо у команды Fantastic Five. Не все хорошо у команды Fantastic Five, сейчас могут быть большие проблемы. Если все продолжится в том же духе, Свен уже свое, уже есть у него ПТ, есть 52 крипа и кошмар. Ночной кошмар может оказаться поблизости команды. Кто бежит на кого-то? Так просто. Просто ориентироваться в пользу. В сторону команды, да? Прожимается он здесь скан. От кого? От команды Fantastic Five. Наверное, только через 30 секунд, но уже готовы. Правда, здесь вард. А видит ли этот вард у нас? Да, превосходно видит это расположение инвокера. И сейчас отсюда он при необходимости в госволк, так полагаю, он сможет уйти. Правильно, Ку? Нет, кстати, не сможет. Но есть разгон, но есть колдснэп. Успеет ли? Нет, не успел. Сейчас Санрей. Есть у нас связка. Да, связался. И единственным дерем, который осталось здесь. И Кейзер отсюда, скорее всего, никак не уйдет. Еще и прилетел Санстрайк. Слушайте, нет, не попадает. БЗ за краешком задевает. И по итогу там еще ТП. А, ТП на базу. Вот так вот. В итоге ганг оказался удачным. Заработали себе 555 золота. Все превосходно. Бежит в инвизе. Невидимая угроза для Windranger. Здесь Sentry Ward. Хорошо, замечательно его подцепили. Есть у нас ультимейт. Нет, ультимейт, к сожалению, нет. Просто так прививает. Будет у нас стрела. Связывает, господи, с этим грипом. И это минус Рикимару. Правда, ее может проехать. Санстрайка, правда, не попадает. Колдснэп есть. Будут пытаться настреливать, но этого тоже нет. В итоге 5-4 счет в пользу команды Fantastic Five. И тут еще и, судя по всему, Смоук Гэнг намечается.
Дел, конечно, немножко просевший, но уже готов. Я думаю, нет. Да, есть у нас Макей, прожимаются они. Фениксом и выходят ребята на нижнюю линию. Но как вы поймаете, хотя если станом успеют попасть, то тут уже, конечно, никто не отпустит. Маны, правда, нет у нас, но он не слэш. Ну и Дарксер отсюда просто-напросто отступает под вышку, понимает, что нет никого на карте из команды Fantastic Five. И, наверное, не стоит выходить так далеко. Забузит немножко. Есть, он спадает, смог, и как-то пытается выйти, но здесь нет блиндагера и просто уходит под... Обратно под, под башню. Санстрайк какой-то, я только хотел подумать, что очень просил у нас ТТР, и Санстрайк будет бы неприятен, но в этот раз Санстрайком не попали. А тут тем временем, кстати, выходят на, ну так, Amplify Damage, просветили, здесь есть ТП, релакс, возвращает Гримсу, здесь у нас будет ТП, а вот отсюда Йол делает, понимаешь, что не стоит это того, это не его драка, и Паша здесь погибает, к сожалению, не отпустили, не простили подобной дерзости, да, подошел, повесил Amplify Damage, хотел уйти, не испачкав руки, а нет, казалось бы, да, пришел сюда Дизраптор и наказал. Клацает мышка, говорят. Странно. Ну я поставлю шум Noise Gate тогда. В следующем матче. Очень чувствительный микрофон казался так. Ну и тут просто фарм, кстати, но БЗЗ здесь видят, могут наказать. Опять-таки, да, у нас пошел фокус фармить Ancient'ов сразу. Пачка. И вот он, БЗЗ. Успеет ли связал, Sunstrike, Smoke Screen и БЗЗ. Может отсюда Sunray хорошо успеет ли прожить винран. Есть винран, нужно бежать. Стенка, стяжка, БЗЗ, жить, возвращают обратно. И не простили фокус. Паша помогает, здесь застанил троих, пытается жить. Йол, там вбегают, но Kinetic Field, его здесь могут наказать. Кейзер без маны остались. Перчатка залетела, будет ли какая-то помощь. Паша пытается, стан по двоим, хорошо. Будет ли у нас Sunray хоть... А, у нас нету шестого уровня, у Феникса только четвертый. Проблема. И по итогу размета, ой, какой плохой. Еще и продолжается драка, Паша, что ж ты не ушел-то, друг? Я ж думал, ты уже убежал, и все хорошо. Это 3 в 0 в пользу команды Brute Mothers. Ай-яй-яй-яй-яй. 1100 золота, 1550 опыта. Вот так вот, еще и 3 стака эн, или это 4 сейчас стака эншитов был для Свена, а Свен-то посмотрим на творцы 6500. А у Джиггернаут это только 4, звоночек. Звоночек для команды Fantastic Five, ребята, это. Все, что у нас даже персеверанса пока что не имеется. Для Джиггернаута проблемка. Тут есть разгон на Дарксира, но видел-то прекрасно Ил. И отсюда просто уйдет. Дарксир в безопасности. И еще куча стаков. Вот видели, да? Ребята-то без дела не сидели. Миллиарды стаков. 6, почти 7 тысяч нетворса уже есть. Блин, даггер, есть доминатор. И невероятно. Что с этим? Так, хорошо. Ой-ой-ой, Паша опять сейчас его накажут. Есть у нас, бежит, нет, побежал, есть у нас ультимейт, есть блиндагер, перчатка. Это, скорее всего, немножко Паша сюда, еще Санстрайк. И по итогу инвокер. Ах, стилер. Все-таки инвокер забирает у нас скилл себе. Паша наказан. Приходит сюда еще Виндрейнджер с дабл дэмиджем, но ничего он здесь не найдет. Правда, еще Феникс. Феникс, пожалуйста, скажи, что... Нет, все еще 5 уровень. Как же мы без яйца-то будем? Есть Джиггернаут, и будут наказывать, пытаться фокусы. И, скорее всего, накажут. Есть, полететь. Нужно лететь сейчас, уже иначе не... Нет, все, уже не успели. В итоге у нас все отсюда просто-напросто уходят. И хотя бы вышку тогда нужно забрать, потому что смог был реализован не очень удачно. И по итогу у нас смог возвращаться на медлинию. Кейсер. Кейсер уходит. Все. Вот они, смог ганги. Команда Fantastic Five. Где-то команда, которая выиграла только что предыдущую игру с невероятным разрывом. А сейчас как-то вот не ощущается их напор. Там, ну, не догонишь на Сюрджи. Хотя побежал. Вот этот может догнать любого, но нет, не передумал. Вот эту стяжку замечательно от SJ. Еще и... Ой, вся стягивается команда Brute Mothers. И это проблема. Сейчас еще и догонят. Бежит у нас на
На блинке, фокус, хорошо, стенка. Но нет, стяжки бегут, чтобы Vision давала. Просто, господи, сейчас же и дальше будут врываться. Вот ли разгон, есть информация, где он находится. И побежал. Догонит ли здесь Блинкстан? И нет, не успел. А вот тут не отпустят. Тут не отпустят, и Йол здесь, скорее всего, приехал. Никак ему отсюда не уйти. Есть ультимейт, но это минус Йол. 5-10, счет в пользу команды Brute Mothers. Там, тем временем, еще и БЗЗ, полная информация находится. И сейчас, если вдруг захотят, они и БЗ... Но я ни на что не намекаю, ребята. Как бы 322 золота, это не просто так. Да шучу, конечно, что. Случайности не случайны, тем не менее, но очень, очень неуверенно себя чувствую здесь. Там был курьер, кому-то летел, должны были догадаться. Может быть, хотя бы нет. Ну, тут нет ни у кого, да. Персеверанс имеется только сейчас у команды. У нас Ogre Club вообще огоним себя хочет, видимо, Windranger, но огоним, видимо, будет не скоро. Там побежали, хорошо, куда бегут? Бегут, как, куда ты бежишь, господи? А, на Свена, о, это зря, наверное. Ну, правда, здесь нет БКБ, Санстрайк, БЗЗ. Жить хотя бы есть, у нас God Strange, простреливают по фокусу, очень приятно. Хорошие, слушайте, яйцо-то. Фокус здесь может погибнуть, и погибает от здесь. Дальше ультимейт от Ила был не очень успешный, только яйцо-то не смог он сломать, это Санрей, минус Ил, еще и погибает также Дарксир. Фу, господи, дизраптор, пока только на Дарксир, вот может тоже погибнуть, стан зацепляет. Если у нас унислэша нету, но Блейд Фьюри будет, это все не отпустят. Правда, здесь стенка хорошая, Блейд Фьюри пошел, минус Дарксир. Кейсер пытается жить, но хотя бы убил только он слабо. Сейчас Кейсер разгон. И это минус 5, вот так вот они камбэчат, ребята из команды Fantastic Five не прощают. Ребята из команды Fantastic Five не прощают подобные вещи. И 3300 золота и 4800 опыта получают после этого замеса. Невероятно. Вот так вот. Вот как нужно камбэчить. Показывают нам сейчас ребята наши. Браво. Не, ну вот сейчас и появится у нас какой-то Battle Fury. Будет уже поинтереснее фармить. Но пока это только один замес. Выгодно сражение, но война еще впереди, ребята. Поэтому здесь расслабляться нельзя. Нужно продолжать в том же духе сейчас, что у нас тут. Hand of Midas, да, для Midas. Для Феникса будет у нас появляться буквально скоро, совсем уже. Кстати, до 20 минуты для Феникса Midas это страшно. То есть я тут боялся, да, вот 7300 нетворса, а смотрим, уже 6800 вот, после этого замеса у Джиггернаута. И теперь это звоночек уже для другой команды. Вот такие вот дела. Ну и сейчас спокойно пофармить нужно, нечего, не это самое, не агрессировать сейчас, подождать новых ультимейтов, да, тут ультимейт, тут яичко скоро. И дальше бегут на, ну, ты, погоди, Йол, стой, ахаха, все, все хорошо. Потому что его сейчас наказывать могут за подобные вещи. В одиночку пытался он подраться сейчас с двумя ребятами из Brute Mothers, пока вот не такой сильный у тебя одно ПТ, да, Orb of Venom, даже пассивку не вкачивал ни разу, поэтому очень-очень агрессивные мувы со стороны. Со стороны команды. Со стороны Йола, в частности, да, пока не особо команда агрессирует. Мы видим. А, Феникс тем временем погодите. А, это я провав, прошу прощения. Там Феникса забрали, ведь. А, он, да, помню, как он здесь ходил, а потом переключился на сюда. Видимо, Рики разведал ситуацию и. Дальше у нас God Strange, пошли фаржи под минус броней. Падет у нас с Рошан. Будут ли что-то предпринимать, но Рошан падут очень быстро, скорее всего, не успею здесь, ребята, из Fantastic Five ничего предпринять. Но, тем не менее, есть разгон на Рикимару, Рикимару успеет ли убить, есть очень опасная стенка, стяжка будет здесь, главное, не бояться, Паща у нас хорошо, SG здесь будет большие проблемы, но падает у нас, ставится яйцо, успеет что-то, да, яйцо ставится, не может сломать его, никто, фокус, пытается бить, нет, очень минус большая, но, правда, падает, успеет ли, да, успевает разложиться яйцо РМН. Просто MVP, тут он не слэш, пошел просто по всем, это минус 5 уже, есть АХ, ну все, опасный, Дарксир просто сейчас выиграет, фактически замес, ничего не могу сделать, нужно быть очень опасным, пытаются здесь разложиться, Метеор пошел, КВЕ, Диффенбласт также, Кейзер пытается выложить максимальное вэлью из того, что сложилось, но тут хилин вард от Джиггернаута, и нужно отойти, потому что есть у нас от Дарксира щиток, поэтому да, здесь уходит, и слушайте, тут проплаченная стрела от Виндрейнджера, это снова минус 5, плюс еще и АХ, размен на одного Слардара. В размен на одного Слардара есть. Это снова это второй камбэк. Это вторая война. Господи, второе сражение на войне. Таким разгромным счетом 2000 золота и 4600 опыта. Звоночек, ребята, второй звоночек. На третьем звонке обычно уже начинается, ну, в театре представление начинается, а здесь на третьем звонке представление закончится. Так что здесь уже надо задумываться.
Очень неудачно подрались по итогу, да. Феникс, MVP, это Йол. Нет, кстати, РМН в этот раз. Йол тоже молодец, но сейчас вот именно в этом моменте у нас MVP был это РМН. Он успел закатиться, успел раскинуть своих птиц этих. Никто не мог его бить, он еще яйцо так неудобно поставил, что здесь вроде только один мог подойти, Свен, но инвокер еле-еле доставал. Это кошмар. Снова кошмар, тут еще и бегут на дизраптор. Слушайте, есть у нас Гримс, успеет ли прожить ультимейт? Успевает, правда застанет, но будет ли продолжение? Нет, не стали. А тут, слушайте, есть же Блинк, сейчас будут наказывать, релакс. А, погодите, нет Блинка. А, еще не накопил. Я думал, после этого замеса он приобрел себе, но пока еще нет. Пока еще нет, у нас все хорошо. Все хорошо, правда, здесь вот смотрите, кто есть. Увидит ли его? Нет. Здесь у нас сил. Все пока варды здесь находятся, вот... ну как все, вот тут есть вард. Все варды команды Брутмазерс, тем не менее. Зажимают и хотят ломать следующую вышку. Значит, нет Аегиса, нет... ну, хотя как это нет, сейчас ультимейт это все имеются. И если ребята захотят подраться, они могут подраться очень успешно. Но ребята из Брутмазерс драться не хотят. Падает у нас первая башня, будет ли вторую? Да, и заходит на вторую, уверенно. Там пока у нас фокус находится ниже линии. У него будет форнс, я хочу собирать. Ну и вторую, это два забирают без проблем. Есть, появляется блинк-дакер на виндрейнджер. Ну, ребята готовы продолжать, в общем-то, я думаю, да. Осталось две вышки. И дальше заход на трон. Все собрались, забирая здесь эти... уже не так проблемно, да, с Blade Fury собирать... Battle Fury собирать стаки. Нас показывают тут. Нас пошел. Есть стан, попали у нас по илу, и Елос воскресенье никак не уйдет. Глимсанули, конечно, санрейд, Blade Fury не прощал. Тут еще и, может, других подцепят, слушайте. Подошли очень в опасную близость. Здесь релаксы, SJ... Вы уверены? Как-то они... А ну, тем не менее, окей. 344 золота получили после убийства Рикимару. Ну и возвращаются на лайны. Будут дальше доносить пока что, видимо, верхнюю вышку. А тут Йол на изготовке он стоит. Shadowstone. Поэтому, ой, господи, амулет, эмюлет. И смоки спадают резко. И что делать? Сентрик сигналят куда-то, понимаешь, они ничего не понимают. И вот он, Сентрик, видит Йола, и сейчас Йолу нужно убегать, да и убегать-то не получится. Потому что у нас, в общем-то, Сайленс есть у всех. Вот так вот, но смоуганг сбил, тем не менее, можно считать, что это успешно. Свен там тебе. Слушай, да Кейзера-то не простили. Вот так вот, молниеносно под дабл дэмиджем. Смогут ли гейм становить кого-нибудь? Да, есть ВРК, БЗЗ пытается жить, но не простят. И вот здесь яйцо будет взлететь. Ну, яйцо далековато, наверное, просто из-за радиуса выйдут отсюда и будут себя прекрасно чувствовать. Слушайте, подальше чуть-чуть. О, хорошо. И сейчас будут дальше вырываться из Биндагера. В итоге подцепили SG, но сейчас наказывать будут всех. Потому что все живые, есть у нас подхил. И пошел не слэш. Не слэш Blade Fury неприятный. Замедление есть от мокера, но дэмиджа пока не хватает. Blade Fury пошел и будут бить. Просто теперь действительно бейте, уделать год стрендж. Но тут нас вырывается Паша. Стан по четвергам просто-напросто ревич. На Слардере стяжка хорошая, но это вряд ли поможет. Уже стенка пошла, но поздновато немножко. Слардер продолжает сражаться. Релакс здесь очень сильно проседает, нужно его добить. Мы сломали хилин вард, глимсуют у нас джиггернаута, но тем не менее это не помогает релаксу погибнуть. И по итогу размен у нас 3 в 1, еле-еле убили БЗЗ. Здесь у нас степ-аут Blade Fury, просто чтобы вернуться. Вот такая вот ситуация, ребятки, мне приятно. 3 в 1, забрали одного БЗЗ еле-еле. Так, инвокер пощелся, готов. Ну, по итогу они еще инвокер забрали после всего этого, да. Если бы в этом замесе был инвокер, все было бы гораздо плачевнее для команды Fantastic Five. Но, тем не менее, пока. Пока все хорошо. Там, тем временем, кстати, вот опасность, я понял. Снова сигналит. Ил. Тут очень замечательная разведка, хоть и ну, по факту больше ничего не делает. Это может закончиться. Очень грустно.
ставит сюда вард. Не выходя из инвиза, замечательный герой. А тем временем снизу есть Джей в одиночку. В одиночку находится, поэтому это может означать то, что сейчас башня-то упадет. Ну и пошел сразу же сюда. Ультимейт от Винрейнджа, это минус башня, да. Ну и молниеносно на верхнюю. Верный разведчик. Все, конечно, ждают прекрасную информацию для Брудмазерс, но информации недостаточно. Нужно провести хороший замес. Есть у нас, да, Эхо Себра. Если он два раза ударит под критом... Ой, под критом у него же нет еще пока никаких критов. Тогда три раза надо ударить. Три раза надо ударить. Есть Смакин. Есть Смакин, но тут есть Слардер. Есть Слардер и сейчас будет врываться. Кто же первый? Есть у нас, пошел у нас снова Шедоу Амулет. Спадает Смакин. И сейчас кто? Кто начнет? Ну и боятся. Паника. Непонятно, что делать. Блинкаут. И бегает. Есть у нас Amplify Damage. Там ворачиваются. Неплохо. Стенка ботли. Да, по двоим. Тут пошел ультимейт от Лиги. Никого не попадает. Фокус. Пытается бить. Пошел ультимейт. И теперь не может ничего раскастоваться. Санрей по нему подхиляет. Все еще жив. Есть у нас он не слэш. Там тем временем сражается с Фокусом. Фокус большие проблемы. Тут у нас погиб. Пока никто не погиб. Кстати, все живут. Яйцо. Феникс раскрыл. Фокус погибает. Одного его здесь оставили, отрезали от своей команды. Еще ел можно, не найдут. Но в итоге забрали мейнкор и нечем больше отстреливаться. Есть санстрайки, но санстрайки не точные. И это скорее всего минус 103. Нет у нас байбека у... давайте посмотрим, у кого в принципе есть байбеки. Нет байбека у Свена, это точно. Есть байбек... А ни у кого не... А, у инвокера есть байбек. Вот такая вот ситуация. Если только они все сейчас погибнут, дефить будет просто-напросто некому. Вернется один инвокер. Неприятно, смог подвесить. Так, хорошо врываются, Amplify Damage. Будет продолжать, глимсанули. Ну, просто бьют, как бы, не проблема. А еще у нас смог скрин будет, стяж хорошая, продолжать. Санстрайк, есть бы за Зе. Хилвар замечательно пытается, ел здесь ультимейт пошел, но не точно никого не достает. По итогу все убегают, но башню снесли, здесь еще ответка. Есть Amplify Damage, стяж хороший, прям двоих связывает, четко. Здесь еще нужно Сардару продолжить, после этого пошел Санрей, прожимает, минус у нас. Так, не попал, бегут дальше, кейзеры не хотят отпускать, дальше бежать, кейзер не успевает дать колд снэп, будет ли ультимейт, у нас 14 секунд, пытается сражаться, Йола здесь оставляют одного, он их развлекает, пока падают бараки, и у нас возвращается фокус, должен сражаться, есть санстрайк, это нужно успеть бить бараки, иначе проблема, спецстен, стяж хорошо пошел ультимейт. Титер пытается под Блейд Фьюри хотя бы сломать бараку, и это у него получается. Нужно убегать, но Блейд Фьюри сейчас закончится, и Титер... Слардар, Паша, господи, я снова Рэвич пошел, нужно пытаться, но Глимс не прощает. И это минус ТТР. В итоге это сейчас собрали двоих, но успели хотя бы снести один барак. Но это проблема. Да. По итогу мы получили 2600 золота, ребят. Особенно Свен 1000 и 3000 опыта. 3000 опыта, а? Так что еще не все потеряно, ребята. По графикам у нас, да, небольшое преимущество. 5000 каких-то опыта. Ну, золото, десятка, господи, это копейки. У нас по нетворсам, давайте посмотрим, что-то 16000. Действительно, это сущие пустяки. По факту отставание всего на 5 у инвокера. На 5 у Свена и на 4 у инвокера. Не такие большие проблемы. А там тем временем Shadowblade появляется все-таки, да? Собрал у нас, ел Shadowblade. Потому что сейчас заберут какого-то Рошана. Подерутся где-нибудь для своей территории, на ну, в пользу для себя. Тут у нас пошел снова Amplify Damage, Пашу подцепили, здесь у нас есть разбег, не связывает, но Ил здесь может приехать. Пошел ультимейт, санстрайк неточный, вынужден отсюда убегать, есть у нас РМ на что-нибудь, здесь забегает, хорошо, SG очень битый, есть у нас яйцо, и яйцо будет не прощать, да, SG здесь точно погибнет, остальные, возможно, убегут, хотя, правда, слушайте, господи, SG как-то выманцил, но нет, не выманцил. Тут смогут ли выбежать, дальше бежит, слушайте, не прощает, есть у нас информация, но Blink Dagger. Продолжит ли Паша? И нет, он хотя он хочет убить песика. Песика не простили. Песика не простили, а Свена простили. Все хорошо. Тут ультимейт как бы не проблема, у них есть уже. Аганимс, Кристаллис, не проблема. Так, а вот здесь у нас задел на БКБ, еще 400 золота, и это проблема. Да, в БКБ сейчас вот это все будет... Немножко нивелированного по факту. И по итогу вот у нас кто забирает Рошана. Успеет ли что-то сделать? Нет, конечно же, да. Вот так вот БЗЗ забирают. И продолжают. Слушайте, бегут, готовы. Есть у нас Данту Глимс. Пошел. Нет, никак не сбросить. Просто повесили Amplify Damage и разошлись. Добро поздорово. Теперь есть Аегис у БЗЗ. И готовы сносить еще одну сторону. Тут же Гернаут уверенный в своих силах, есть у нас инвокер, он такой, ну нормально, блинкаут.
Пошел гем. Хорошо, теперь у Рики будут некоторые проблемы. Господи, Паша, прекращай, что ты делаешь? Заходит такой, типа, дайте-ка навешу вам прифайт дэмидж у базы врага, потому, когда никого рядом из моих союзников нету. Ну окей. За такое можно и наказать, да, на самом деле. Некоторые сейчас пошел разгон, ничего не боится. Ну тут так, да. Так, какие-то проблемы у нас у дизраптора. Ну да. Лагает у нас релакс, видать. Но тем не менее, да, у нас Джиггернаут 17 тысяч нетворса. Остальные это из команды. С команды Брудмазер. Давайте по байбекам посмотрим. Так, это и, по-моему. Да, байбеки есть у Инвокера. 900 золота у нас у Свена. У Дарксира также есть байбек. 3, 5 золота. Ну, сейчас будет у нас у релакса. И, ну, долго вот у Рикимару, к сожалению, здесь. Есть у нас, хорошо, стен. О, по двоим БЗЗ тут успел, теперь прожать БКБ, успеет он еще что-то сделать, яйцо разложилось, будет продолжение, он не слэш, пошел по двоим, минус релакс, а, пытается здесь убежать кейзер, но у него не получается, он не слэш также и баша от Йола про коронные, фокус все еще фуллоу, потому что БКБ пытается сражаться, ТТР, Блэйд Фьюри пытается убежать, вообще у нас перчатка ВРМ на два удара, успеет, хороший, замечательно, опять у нас рейвич от Паши, замечательно, и ВРК настрелил, БЗЗ, жить, фокус, буквально пару ударов, жить, последний, 1-2. Нет, выживает здесь, там тем временем связывает, снова два... Нет, пока только крипов. И Паша не прощает, да, продолжает. Рваться с Дженни, попадает здесь, блин, не очень удачный. Но по итогу этот Феникс погиб и никого не забрали. А, нет, господи, инвокер байбек был. Инвокер бы все правильно. Я уж испугался, но никого не забрали. Аегис, Аегис не сбили. Забрали инвокера. Все, ну, Феникс, да. Итог боя пока... Нет, не хочет. Не хочет показывать мне итог боя. Здесь Шедлблэйди бегает Йол. Тут готов санстрайк. Ну, это так просто. Отпугнуть. Там тем временем Паша сражается в одиночку с СДЖМ. Своя атмосфера. Пошел амплифай. И обратно. Форстав все. Он еще докупил после блинкдаггера. И все. Ну пока да, наращивается преимущество по-прежнему за командой у нас Fantastic Five, но проблема. Проблема, конечно, все еще имеется. Что сейчас они потеряли Феникса, ну правда, забрали, конечно, Инвокером. Инвокер в принципе ничего особо не успел сделать. Так что сейчас нужно ждать возвращения, да, 12 секунд до снова суперновой и можно продолжать инициацию. Не смысл никакого... А, погоди, у нас же гем... А, гем у нас был у Йола. У нас был у Йола, и сейчас бегут, есть стенка, хорошо, связали, релакс, будет погибать, но здесь БЗЗ стан, есть санстрайк, весь стадик штонки на этих филтах, и у БЗЗ могут быть проблемы, сейчас два удара, и это минус БЗЗ. Также продолжать сражаться, нужно отходить, здесь яйцо, нехорошо драться, все отступают, так, и по итогу минус БЗЗ, так, Аегис сбили, дальше что делать? По итогу все, конечно, живы из Брутмазерс, и погибать нельзя, понятное дело, потому что байбеков-то нет, ни у кого. Как продолжать? Потому что нет ультимейта у нас у Свена, нет ультимейта у нас у Дизраптора. У Дарксера есть. И есть ультимейт у, в общем-то, Рикимару. В принципе, не так уж и плохо. Лучше, чем ничего, согласитесь. Тут под хилвардом БЗЗ просто заходит и бьет. Как бы. Он уверен в своих силах, пошел на страх, хорошо врывается Паша, здесь проверил Amplify Damage просто. И просто бегает на той стороне, как бы в случае чего. Джи хорошо, стенка стяжка, стан хороший. Погибает БЗЗ моментально, минус Аегис. Минус Аегис, а там, погодите, не сбили Аегис, да, Йол и релакс пытаются пробить, но здесь Йол точно погибнет, его не отпустит просто-напросто, это минус гем. По итогу моментально сбрили двоих, почему я был уверен, что ВРК там убили? Феникс ушел с ТП аута на буквально 10 хп. И вот они, 2500 золота, ребятки, и 3500 опыта. И помните, я говорил, что график это копейки? Вот так вот. Так, пошли у нас Паша и наказывает перчатка, тоже пару ударов, пытается он кинуть свой ревич, но в этот раз не получается. Минус первая вышка. Но есть байбеки у нас у Джиггернаута, ну в принципе они не успеют, да, не нужен будет ID байбек, там тем временем у нас играют, тут даггерауты, БЗЗ контрит как царь, хорошо. Минус вторая вышка.
А тут бежит, бежит у нас за SGM. Будут ли догонять, если у нас Shadowblade просто обратно отступает, на всякий случай, да, пошел Kinetic Field. Здесь сразу же повесили у нас центрики и гримсуют обратно, просто чтобы выжить. Там тем временем что-то еще нет, это просто люди сражаются с крипами. Отпускать-то не хотят, слушайте, БЗЗ врывается на релакса. Здесь пытаются убежать фейзы Kinetic Field, тут разгон. И релакса тут тоже не отпустят. Дальше, будет ли какое-то продолжение, здесь нет никакого продолжения, хотя... Нет, все, успокоились. Успокоились, хорошо. По итогу, да, в плюсе оказались ребята из Fantastic Five. Им осталось всего ничего, подойти, ударить вышку один раз. И, в общем-то, Джиггернаут это пытается сделать без крипов. Но это, в принципе, получается. БЗЗ что-то ультимейт прожал. Фаржа. И появляется Скадью Джиггернаутом. Возможно, это поможет сейчас выжить в замесе, потому что в предыдущем прокасте инвокера выжить у него не получилось. И появляется Даггеру. Даггеру Феникса, да? Но, в принципе, странно. Вроде бы и так как-то инициация имеется. Тем более есть какой-никакой Икарус Дайв. Так что почему бы и не попробовать какой-нибудь начать варить, допустим, Шиву. Шивас Гвард. Было бы неплохо. Почему бы и нет. Но ладно. Армен решает себе приобрести все-таки Даггер. Вопрос в том, будут ли они сейчас еще сражаться до появления Рошана. Или будут ждать Аегиса. И подерутся уже за него. У нас Ил бегает с гемом, поэтому все сентрики бесполезны абсолютно. Он сразу же съедается. Ну и что? Давайте посмотрим по нетворсам, как у нас получилось. Да, 17 тысяч у Свена, он реабилитировался, обогнал инвокера. И... Но до Джиггернаута все еще есть некоторый зазор в виде 4 тысяч. Так что пока ничего не потеряно. Есть у нас ассалт Кираса. В ближайшем будущем. Бот уже летит. Все. И теперь готовы. Но пока не готов Аегис. А пока не готов Аегис, сражаться не хотят. Правда, F5 другого мнения, и они готовы заходить в смоках. И здесь и выход ответ на смоках. Кто же первый? Есть у нас информация, сбросили Санстрайк. Никого не попал. Санстрайк, господи, просветка. Фокус пытается зайти под God Strange, бить, но тут пошел не слэш, БКВ прижимается, не помогает. Фокус очень сильно просевший, пытается вот здесь добить, не ускоряет сульжом, пытается ответный бить, хорошо, пошел Супернова. Но здесь по итогу никого, все просто разбегаются, и никто никого. Никто никого не поверил. Хотя дальше пошел Йол, релакс, минус, пытается здесь жить, пошел Кинетик Филд, но это не помогает. Паш снова врывается, здесь уже по одному дал стан, Кейзер будет потом по дэмиджам сражаться, нет, не стали. Пайбэк от Дизраптора, пошел стан, Пашу. Йол пытается убежать, прошел у нас пассивочка, активировалась Паша. Паша дал стан, не дал стан. Ты хотел сказать дал стан, не дал стан, потому что здесь под контролем вот Рикимару. А там тем временем продолжается сражение, слушайте, Йол нашел этого как раз таки Пашу, здесь сейчас все подойдут. Есть у нас Гримс, есть Кинетик Филд, правда здесь еще есть РМН. Там тем временем еще и погибли, они все-таки вдвоем, да, нашли их. Фокус буквально с одного удара и пытается тэп аут здесь, нет. Дэмиджа все-таки не хватит. На, за Пашей все еще гоняются. Успеет ли здесь хоть как-то сделать? Паша и уходит. Паша уходит. Все хорошо. Все хорошо для Паши. К сожалению, для остальных двух. Тут еще и РМН могут поймать. И Карус Дайв только через 20 секунд, кстати. И да, РМН здесь тоже не отпустит и глимсует. И вот такой вот опять неудачный заход. Неудачный заход у нас по итогу оказался для команды Fantastic Five. Ну и что, ребята? А график-то... Графики продолжают падать в пользу команды Brute Mothers. Рошан начинает падать в пользу... Тоже в пользу команды Brute Mothers. Ну, Аегис достанется Свену, скорее всего, и сейчас большие проблемы возникнут. Потому что и сейчас-то убивать уже не получается.
А с Аегисом это будет вдвойне сложнее. Но Аегис отдают инвокеру, а сыр. Сыр отдали Дарксиру. Не ушел, кстати, сюда Дарксир, и сейчас могут его принять. Так, есть пошел на стан, нам прифай дэмидж. Пытается убить, здесь смог скрин. Выталкивается форстафом, и... но забегает здесь. Йол, нет, не стал бежать. Не стал здесь бежать. Свен, хорошо, стан врывается здесь на ТТР. Будет ли какой-то контроль? Связ двоих прямо идеально. Здесь нужен омни-слэш. Омни-слэш пошел, СДЖ сбивает. Также ультимейт от Рикимар, но здесь, скорее всего, он погоды не сделает. БЗЗ, ТТР бежать, БКБ и убегать. Просто все бегут отсюда, чтобы не попасть под раздачу. Потому что, ну, убили Дарксира, и хорошо, нужно бежать. Нужно бежать хотя бы уже. Так, слушайте, как его бежать? Паша здесь разбирается, глимсует его. И срывается. Связка хорошая, сбили Аегис с инвокера. Фокус тоже наполовину пробитый. Нужно как-то в него еще пробить. Фокус ультимейт получил от спиритбрейкера. Последняя тычка у него осталась, он тоже погибает. Слушай, там еще и яйцо раскрылось где-то. Минус 2. Там опять кого-то связывают инвокера. Кейзер минус. Отправляется в таверну. Есть байбеки у нас у Дарксира и у инвокера. Продолжается погоня, релакс успеет ли, да, стан, это минус релакс, и остался один ил, также потом амплифай дэмиджем, тоже отправляется в таверну, есть 4 байбека, нет только байбека у дизраптора, байбеки моментально делаются, также блин, все байбеки, так, и, нет, Свен, нет, Свен, база горит. Стяжка хорошо, будет ли стенка, да, хорошая торнадо, здесь у нас будет большая проблема, пошел также Дефин Бласт, Метеор, ультимейт Рикимару, замечательно, все просто очень биты и сразу же просто лопаются напросто, здесь успевают отойти, еле-еле, Жгернаут, нет, Паша живет, еще нет, Блингаут, хорошо, жить успеет ли его здесь стянуть, пошел Санстрайк, но нет, не успели никакого, не хватило немножко контроля, это три, господи, ну от дефали. Башня продолжает стоять. Что за пот начался, ребята? Это 31-27, счет продолжает нас наращивать преимущество Brute Mothers. Это проблема. Проблема для Fantastic Five. Но отставание пока примерно одинаковое. Тогда мы смотрели, тут попытка выйти в соло. Кейзер, получится ли что-то сделать? Тут форстаф, и отсюда уходит Сардар. Ух. Ну и в ответку еще Amplify Damage повесил. Разменялись любезностями, разошлись. Добро поздорово. Но, видимо, будут ждать следующего Рошана, потому что, ну, это невероятно. Сыр еще, да, кстати, надо отдать кому-то. Сыр в замесе прожжет не был. Но из полезного не было байбека от Свена. Справились и без этого товарища. Фокус у нас байбек сохранил. Поэтому в случае чего байбек будет доступен. Поэтому тут тоже надо учитывать. Фух, страшно. БКБ для инвокера. Что, снова смоуганг? Ну, кстати, предыдущий смоуганг был достаточно неплох. А, вот почему у нас Феникс не решил собирать Шивас Гуард. Потому что Шивас... А, погодите. Господи, они же сейчас из разных команд. Там тем временем поймали Йола, судя по всему. Да, и гем себе вернули. Санстрайки. Так что вот, Шивас Гуард себе собрал как раз таки Дарксир. А здесь... Есть пока Даггер. Ну и что, очередная попытка зайти без Аегиса. Есть только ультимейты. Попытка здесь еще и обойти в спину. Хотя бы сломать один барак. Главное, Титьеру здесь не подставиться. Так, пошли, здесь обратно возвращаются, и SJ погибает, нету байбека, был потрачен. Рикимару также нет, заходит на на бараки уже, да, вышек снесли моментально, конечно, на 24, так еще под... нет, просто фаржей. Боятся. Но нужно что-то делать, иначе сгорит база. Файт дэмидж дают. У них нет Аегиса, сражайтесь. Понятно, у вас нет части своей модной комбинации. Пошел стан, но это сразу же законтрились Блэйд Фьюри. Ну и просто-напросто барак сейчас упадет. Все, минус барак, и просто уйдут. Так-то надо, не попали, ТТР прожимают у нас БКБ. Продолжение. ТП-аут может быть тогда сделать, потому что сейчас будет Манта Стайл. Санстрайк, это минус ТТР моментально. Йол также поставляется под торнадо, здесь разобьет яйцо. 13 ударов окажется недостаточно, и делает свое дело фокус. Пытался у нас опять ревейдж ждать, в принципе, получилось фактически. Но нужно отсюда уходить. ТП-аут Паша делать получается, да. И это в итоге 3 в 1 фактически. По итогу, ну, потеряли две стороны, но поубивали вражеских персонажей. Причем для себя в значительный плюс. Опять-таки 2000 золота, 4000 опыта. И вот уже переломный момент, ребята.
переломный момент, потому что графики пошли в ноль. Они вернулись, да, было небольшое, тут как бы начали отыгрываться и сравнялись. Сравнялись, ребята, золото, конечно, да. Пока еще в сильном отрыве в пользу команды F5. Но это проблема все равно. Золото сейчас, как мы видели, не помогло ребятам из Fantastic Five выиграть замес. И Баттерфляй. Баттерфляй для Джиггернаута. Осталась последняя сторона до мегакрипов, а ребята из Брутмазерс, в принципе, могут закончить и без мегакрипов. Они просто пойдут и сломают трон, потому что могут. Amplify damage. Ну, хотя они, наверное, торопиться особо не будут. Здесь у нас пытался связать, но особо не получилось. Так, хорошо. Связал с последним форгидом. Нужно попытаться, может, начать инициацию. Но тут у нас сразу кинетик фил, подсейвы миллиардов. Так что просто ушли. Все понимали, что резнулись сейчас Джиггернаут и возвращаются обратно. Или не возвращаются. Тут у нас, смотрите, как кто встал. Есть информация по Йолу. Гем по-прежнему. Так, врывается и уходит. Так, здесь Йола пытается здесь поймать. Здесь также ультимейт нужно прожимать и уходит. Уходит. God Strange прожал. И что, про кого вы хотите врываться-то? Нет никого. Информации у вас нет. Куда вы идете? Тут есть ВРК. БЗЗ успел ли прожать финран? Да, успел, пока нет. Прожимаем. БКБ. Вы нужно прожимать. Бегать. ТТР. Бьет фокусы. Фокус здесь может очень сильно просесть. Санрей пошел не слэш. Очень много крипов. Но это не проблема, потому что Blade Fury и фокус здесь погибает. Но есть байбэк. Будет и делаться байбэк. Нет. Пошел ультимейт по кейзеру. Кейзер также будет приседать. БКБ сейчас закончится. Его будут наказывать. Так, успел уйти у нас Ghost World. Прожимает сыр. Но это не помогает. Зрони тут его тоже сбивает. ТП аут делался у нас от кого-то из... А возможно от обоих людей. Ну и байбек от Свена. Ну и есть как бы комбинация. Проблема в том, что ультимейтов нет. И сейчас вышка и бараки упадут. Ставится просто-напросто супернова, которую не разбить. Ну и это скорее всего мега крипы. Здесь нечем просто-напросто давить. Сейчас еще и накажут, да, СДЖ здесь. SG тоже проседает, Sunray ему прижимает, его развлекает, а тем временем TTR просто-напросто бьет бара. Гуадинг пытался поражать, возможно, даже сможет. Нет, к сожалению, никак. Surge. И вышел, да, там тем временем сражается у нас. Паш еще и по итогу good game well played. Good game well played, и это 2-0 в пользу команды Fantastic Five. Просто невероятно. Вторая карта, первая была как-то, ну, менее насыщенной. И по итогу все-таки одерживает победу у нас наша фантастическая пятерка. Ну что ж, а мы, возможно, берем с вами небольшой перерыв, так что пока небольшая реклама, музыкальная пауза. Спасибо вам за просмотр. Я напоминаю, что... Напоминаю, что я вам напоминаю? Напоминаю, что есть такой замечательный сайт, как lootmarket.com, который, в общем-то, Lootmarket Invitational у нас называется турнир, если кто не знал. И, допустим, если вы хотите приобрести здесь какие-то вещи по скидочке, нежели в Стиме, ну, допустим, да, 10% скидка. Неплохая, кстати, Immortal, да, сейчас мы видели Spirit Breaker, почему бы себе его не взять? Давайте посмотрим, 0.53, скидка 7%, 0.59, ну, уже не так, не такая большая, думаю, можно и подождать. Но мы давайте добавим в корзину на всякий случай, если нам пригодится это сделать. При необходимости мы нажмем расчет и, соответственно, сразу же моментально оплатим. И при необходимости закажем ее себе в инвентарь, чтобы наслаждаться красивым разгоном. Но мы берем небольшую музыкально-рекламную паузу. Никуда не переходите. Мы с вами еще посмотрим на сражение. Кого мы с вами посмотрим? На Flipside против Elements One. Не менее интересная серия Best of 3. А с вами комментировал Владимир. Double D, также известный как, да. Ну и услышимся чуть позже, через, я так полагаю, буквально час времени, да. Но я думаю, трансляцию не буду, послушаем музыку, пообщаемся с вами в чате. Так что, с теми, кто уходит, то услышимся с вами на других матчах. Всего хорошего.